Кантри. Как сыграть такую вещь? Здесь всего три аккорда. С, F, укороченная версия, где мы нижние две струны не играем. Опять С и третий аккорд G. То есть... Итак, мы играем поочередно басовую струну и весь аккорд. Потом добавляем дополнительный бас. Теперь мы удары по аккордам дублируем. И теперь на второй бас добавляем короткий мелизм. Тренируйтесь и удачи!